Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Ну вот, сегодня по делам, но жажда, так скажем, поделиться с вами новостями настолько велика, что улучил момент для того, чтобы поделиться с вами новостями. Все дело в том, что в деле Ефремова появился новый потерпевший. Вы все знаете, я уже снимал видео о том, что трое потерпевших, да? То есть сначала потерпевшего говорили, что это вдова, вот, которая оказалась как бы вдова, но не вдова де юре, потому что у них не был зарегистрирован брак. Затем потерпевшим был признан, значит, брат Сергея Захарова Валерий. Затем говорили, что потерпевший будет сменен, когда стали говорить о том, что Валерий Захаров вроде как с Эльманом Пашаевым там о чем-то договаривается. И Пашаев, кстати говоря, представил, сказал, что он может представить доказательства разговора с братом Сергея Захарова, что он это все зафиксировал. Сразу начали говорить о том, что быстро надо менять потерпевшего. Тут же нашлась, ну не нашлась, а 22 года он не жил, но официально они так и не развелись, зарегистрированы в браке. Вторая жена Сергея Захарова погибшего. Кстати говоря, она сотрудник правоохранительных органов МВД. Значит, потом на следующий день сказали, что они вместе будут потерпевшими, и брат, и жена официальная, с которой он 22 года не жил. Значит, и сын, и сын. Получается, что... А еще один сын, он заявил как раз о том, что у себя в Инстаграме, если вы помните, что вот эту женщину, которая жила с ним гражданским браком в Москве 22 года, он знать не знает, не понимает, кого показывают, пусть говорят. И, собственно говоря, кому деньги собирать, тоже непонятно. Если кто-то хочет помочь деньгами, то, мол, того, что вот на карту там моей матери можете помогать. Имеется в виду вот как раз той жене, с которой он 22 года уже не жил. Вот что самое интересное. И он потерпевшим не был. Значит, я так понимаю, что первый сын, это Виталий как раз, да? Значит, это вот... Значит, Виталий, да. Он как раз и был потерпевшим сразу, третий потерпевший. А младший сын, это Валерий, Валерий, который сказал, что, мол, того, что он не знает. Это вот сын как раз женщины, с которой он 22 года уже не жил. Господи, я запутался даже сейчас уже в семейных вот этих вот хитросплетениях, уж у меня, простите, погибшего. В общем, это младший сын, понимаете, да? То есть сын той женщины, с которой он официально зарегистрирован был, и они 22 года не могли развестись. То есть они 22 года, у них был бракоразводный процесс 22 года. В деле об аварии с участием актера Михаила Ефремова появился новый четвертый потерпевший. Это второй сын погибшего водителя-курьера Сергея Захарова. Об этом адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал РИА Новости во вторник 30 июня. Теперь четверо потерпевших. Жена, брат и два сына, объяснил адвокат. Новый потерпевший – это младший сын Захарова, Валерий. Теперь он может участвовать в суде, требовать компенсацию с актера. В чем прикол? Фишка в том, что по суду, то, что вот говорит Добровинский, чтобы не договорились они, да, с Ефремовым, представителями Ефремова, а по суду суд как бы компенсацию присуждает каждому потерпевшему. То есть, если потерпевший, например, один, вот брат был бы, да, ну, там сколько, 800 тысяч, миллион суд присудит, да, компенсацию, вот только брату. А так четверо потерпевших, и каждый получит, соответственно, вот такую сумму. Так как они говорят, мы хотим все по закону, и чтобы никто из них не встал в процессе, не сказал, что, мол, того, что вот, да, он там оплатил что-то и помогал, и все, и ему дали поменьше, а по максималке гонят, чтобы, так сказать, ему было, если так уж, извините, можно выразиться, гонят, да? Они понимают, что рассчитывать они могут, вероятнее всего, на ту материальную компенсацию, которую суд назначит. То есть они говорят, как говорит Добровинский, как они говорят, Добровинский это, в общем-то, их, и есть их глаз, да, что все по суду, все по суду. Но по суду по максимуму можно получить, если потерпевших будет больше. Сейчас вроде как и та вдова, которая жила с ним 22 года, добивается, чтобы ее признали потерпевшей. Это можно сделать, если она докажет введение совместного там хозяйства и так далее.
Недавно, знаете, один из подписчиков оставил комментарий, что, если он, конечно, уместно его озвучить, я думаю, уместно в данном случае, человек написал, что у кого нет денег, в общем-то, можете сказать, что вы гражданская жена, значит, Сергея Захарова, и, собственно говоря, приходить с деньгами. Ну, это как издевка, как шутка некая такая, я понимаю, в этом случае. Не... Но вы знаете, когда вы начинаете писать, что да нет, 100-150 миллионов, Ильман Пашаев, значит, брешет, и Добровинский выступил с опровержением, и семья с опровержением, никогда столько не требовали. А Ильман Пашаев говорит, я с братом разговаривал, сказал, что брат сказал 100-150 миллионов. Ильман Пашаев сказал, да это космические суммы. Он написал это у себя в Facebook. Вы пишете, когда Ефремов заявит, Ефремов не может сказать ничего, потому что он под домашним арестом. Адвокат его представитель. Вот сейчас, что четверо потерпевших, мы тоже можем сказать, мы не верим. Пусть нам Ефремов скажет, тогда мы будем верить. Но мы же верим, потому что адвокат это, соответственно, адвокат. Он может это говорить, что вот есть потерпевший новый. Так же и здесь абсолютно. Я абсолютно верю. Вы 100 миллионов на 4 разделителя будет по 25. Кто-то писал 20 и потолок. Так вот, каждый по 20 и хочет получить. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому я вполне допускаю, что на каком-то этапе такой разговор мог быть. Я не утверждаю, но Ильман Пашаев утверждает, я ссылаюсь на адвоката. Значит, вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, для меня вот это странно. Это странно. Потому что, ну вот, даже вот, давайте комментарии почитаем. Пишут люди, ты смотри, как сразу активизировались, только про компенсации пишут. Значит, хороший человек был этот Захаров, 22 года имел две семьи и считал себя свободным от обязанностей. Кто-то пишет, вот Иван Столыпин 5 часов назад, внебрачные считаются, любовницы потерпевших, вопрос. Значит, в очередь, слова Шарикова. Значит, дальше что еще пишут? Уже очередь за деньгами, закономерно. Ну, в принципе, логично. Вопрос, сколько суд назначит компенсации каждому. Понимаете? Если хронологию посмотреть, она довольно такая странная получается. Почему? Потому что, значит, сначала... Вот, вы знаете, у меня бы не было никаких вопросов. Я понимаю, что все они родственники погибшего. И здесь, конечно, не может быть каких-то рассуждений. Человека не стало и все. Но, если бы, например, сразу, да, что, ну, вот семья и есть, как бы, все потерпевшие, да, вот. Они же все родственники. Брат, там... 22 года прожила, которая там, или там 22 года не жила, там дети. Но нет же ведь поначалу, и теперь потихонечку добавляет, идет игра адвоката. Я вот просто вижу это, понимаете, что идет игра адвоката в том смысле, что раз вводят нового потерпевшего, четвертого, понимая, что компенсацию каждому будут присуживать, да? По суду. Значит, и вот эта вот вся кутерьма, слушайте, ну, они так и пятого потерпевшего кого-нибудь включат. А вот мама не потерпевшая сторона? Мне просто интересно. Вот сыновья это взрослые люди. Да, они потеряли отца, я ничего не говорю. Здесь они требуют справедливого наказания, да. Но мама разве не потерпевшая сторона? Я что-то не могу понять. Мама должна быть первой потерпевшей. Она даже, она не потерпевшая. Потерпевшая супруга, которая с ним 22 года вообще не жила. Вообще не жила. 22 года. То есть она с 98 года с ним вообще не проживает совместно. Никак. Не делит ни кров, ни постель, ни готовит ему кушать. Ничего. Но она пришла и будет получать компенсацию. Потому что по закону она с ним зарегистрирована официально. Два сына, еще раз говорю, здесь отец, это все понятно, но... Не дай бог, но требовать справедливого наказания, да, но деньги, вы знаете, я скажу, не дай бог, но я не взял бы никогда ни копейки, ни копейки. Вот если бы малолетний ребенок, да, но если тебе 30 слишком там, или там под тридцатку, просто для мужика, я считаю, унизительно, даже если такое требовать справедливого наказания, да, но... Брать деньги даже по суду никогда. И брат. Брат, да, родной брат. Но брат, у него своя семья, у него свое все. Не знаю. Вы знаете, ребят, для меня все это приобретает
я вот обсуждал много, очень много роликов снял про Ефремова. Для меня все это приобретает какой-то фарс какой-то, понимаете? Вы уж меня извините, я не хочу обидеть никого из потерпевших. Но это мое личное мнение. Я думаю, что мне не откажут в том, чтобы я его высказал. Но какой-то фарс натуральный, понимаете? Потерпевшие один то хотят сменить, то один за одним появляются, то еще что-то. Мама вообще потерпевшей там не значится. Хотя, по-моему, первая потерпевшая — это мама. Один сын потерпевший, другой заявляет: я эту не знал, переводите деньги моей матери. А не потерпевший, потом становится потерпевшим. Мани. Та-да-та-да. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому нравится, ребят. Всем пока, до встречи.